Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района Рустана Абельдинова. Причиной разбирательств стал совершенный им дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. Он оказал неправомерное предпочтение при приобретении жилого дома в селе Кулыколь Акжарского района, улица Советская, дом 6А, Северо-Кавказской области, который не соответствовал технической спецификации закупаемых товаров конкурсной документации. Согласно правоустанавливающих документов, не соответствовала жилая площадь дома, также жилой дом не являлся двухквартирным. Эту должность Арастан Абельдинов занимает с 3 сентября 2020 года. В сентябре этого года он получил дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии из-за другого проступка. Свою невнимательность, связанную с работой с документами, государственный служащий не признал. Он хочет отстаивать свои права в суде. Но его позиция не помешала членам областного совета по этике сделать свои выводы. В данном случае у нас есть вариант, это занимание должности. Кто за данное предложение, прошу вас. Решение о том, чтобы рекомендовать уволить Арестана Абельдинова с занимаемой должности, было принято единогласно. Дарья Пашманцева, Александр Янцен, МТРК.